Всем с вами Данила 360. Сегодня мы будем челлендж делать один. Просто хочу его сделать. В общем, челлендж. Я такой челлендж уже давно есть на Ютубе от других. Это, в общем, я должен буду открыть кейс, и какой скин на какое оружие мне выпадет. Это оружие я и должен буду играть. Вот у меня 101 деньга. Мы покупаем. Не знаю. Просто закрываю глаза на это. Ну, прикалывайтесь этим играть. Подождите. Так еще тут бухло стоит. Точка 0.6. Купить. Yes. На раз с помощью этой оружейки нам все равно придется. И мы будем играть. Закладываем. Первую игру сыграем с диглом, вторую игру мы сыграем. Yes! Да. Блин, жалко. Вот странно, почему хорошие скины не пойдут? Приходится копить потихоньку по 6 штучек, накапливать на хорошие скины. Тип вот дигла и все. Если повезет, я выиграю катку, мне должны дать много денег. Money, 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 money. Нет. Я не зайду за террористов. Yes! Если нам попустить, я этого не переживу. Что быстрее? Не буду. И нам придется с этим говном. Хотя нет. Когда у меня был скин на нее, вот этот самый золотой. Я не хочу. Я буду все дешевенько. Все буду продавать. Все, что не синее. Все, что или голубое. Все. Не моя слепка. Сколько у нас? Сейчас обсерюсь. Хопа. Сука. Ты затащишь.
Хватит, хватит. Да хватит. Дигл. Все равно не могу на... Не... Почему на эту узишку выпало? Все время путаю. Куда вообще кину? Наша удвоя? А, вот еще кучу. Да, у которого фул хп. 7 хп офигенно. Аж дивьюсь. Прошу. Прошу, сможешь. Ты сможешь, ты мужик. Bomb has been defused. Wow. У меня там про 4 в начале боя говорили. Я так хочу купить другую пушку, а не это. Я вот что есть. Блин, классно. Все, сейчас. Натащить нега буду. Все, нега, на. На, нега. Ха. Нега, 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 нега. Инфа. Там чувак. Кажется, опять на бой закладывает. Я так хочу поменять пушку. Color Sport. Ну, тебе не могу. Тебе везет, у тебя не челлендж. Постой! Кто есть? No. Counter terrorists win. Он выбросил. Я сейчас вот так. Нихера. Когда я купила этот скин, я чувствовала себя королем. Сейчас я чувствую себя неудачей. Мне только что на лицо насрали. Кто-то очень плохой. Сидит нос. Блин, я плохо кидаю бомбочки. Я косая. Мра. Кот. Убей его. У нас люди уходят. Давайте подсобрались, я тушу. А, это богач. Какого фига? Богатый? Она купила кого-то. Может быть. Мне это что-то не нравится. Да прекрати! Я в сне не вижу.
у меня есть джигу-джигу. Ха, зеленый джигу, а у меня красненький. Красный. Ослеплюха. Фаршируха. Так, а тут никого нет. Я случайно, извини. Это моего братинка случайно. Думаешь, я к тебе полезу? Ты прикалываешься-то где? Я срусь. Правда, срусь, иди. Хопа. Там нет никого. Спереди. Сбоку. Еще больше дыма. Больше дыма. Да откуда у людей такие скины? Дайте мне на скины, пожалуйста. Я что-то классно играю. Я в Капро. Чё, а? Кто, а? А, Б, тоже это. Стоп! Да блин. Сколько процентов? 10. Где? Наушники, уйдите. Террористы победили. Дало мне сдохнуть. Террористы победили. Собрались. Хотя нет, у него тоже ФАМАС, это тоже синенький. Нет, синенький светит. Как про обходим. Кому нет? На тебе. А, ну хотя все. За тобой, кажется, приближается. Что это только что было? Надеюсь, этот чувак затащит. Кстати, у меня какое место? Второе. А первое кто? Скорее всего, он. Да. Ох, извините. Как ты мог? Все, я в тебя больше не верю. Мне еще как-то на этом пушке приходится затаскивать, не понимаю. Так еще и кто-то... Вы прикалываете. Какой АК тебе везет, тебе АК дают. Бомба. Не так хочу поменять. Почему он? Да за что мне? Зачем я именно сейчас, когда у меня все получается, когда я собрался и готов тащить? Почему именно сейчас? Я убиваю всех на раз, два, три. И могу подобрать дофига скинов. И АКР спорт. Ты... И это... Мне приходится так просирать. Там один человек. Там один. Там один. Ты прикалываешься? Сейчас вот честно. Ты... Идет. Еще один. Я
боюсь. А, это бы! Тащи свою жопу, давай, давай, давай. Пошел ты в жопу. Пошел ты. Да все, я обиделся. Я пытаюсь тащить тут. А вы вздыхаете на каждой секунде. Чувак еще и выпендривается. Нахера. Пошел ты, пошел, пошел. Попробовали они вас сыграть в Лузишко Челлендж? Был бы еще петух, еще ладно. Так это не петух, это обычный УЗИ. Это А? Да, это А. А, нет, это Б. Чуваку просто повезло, у него АКР был. Он фига, выкинул. А, все? Пятнадцать. И это все? Как же мало. 15 штучек. А у меня было 11. Под шесть. А теперь всем пока-пока-пока. С вами был Данил Трешет. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И увидимся в следующем видео. Бай-бай!